Мир. Мне кажется, тут под тебя солод, конкретно под мага. Вообще, я бы не отказался от перчаток с гнилого. Кстати, Миш, реально, тут не, ну тут ноль магов. А чтобы Настя за ДЦ зайти не сможет, я не смогу зайти за мага. Смекаешь, да? Фарада, хочешь расстрою? Да за ДЦ я могу зайти, если надо, чё? Коника тех осторожно. Да. Серега, ты портишь все планы. Ну, да. Я с удовольствием мог вообще на замену сесть, вообще, без проблем. Миша, походу весь твой шмот уже занят, иди на магу. Ты понимаешь, насколько это бомж вообще? Вот он 276, уже сколько ходит, а у него нет этих перчаток. А у меня нет пояса. Вообще, я мог на прошлой неделе его забрать, но я подумал, ладно, заберу. Уже с этими перчатками бегаю, там, блядь. Я подумал, да ладно, заберу Салара, а потом что-то сходили на Алара, я что-то подумал. Я, кстати, убрал символ на обновление, поставил символ на колодец. Попробуй. Сколько обновления хилит примерно? Ну, символ. Ну, я вчера мерил, было где-то 21-23 обновления одно. Тикало с символом, где-то 19,5 без символа. Колодец плюс 40% к отхилу. Мага, поставь правду. Печь. А можно или меня к ханту, или ханту к меня? Ко мне. Да, это адмирал что живет. Thank you.
Попробуйте колодец поюзать, сколько хилит. Что ты ощущаешь? А вот он. 6000 тик. Столько хила идет. Что ты псевдо? Максимальное попадение 9000. Ну, он на больше всего будет. Нахилил сейчас. Надо. Обновление 90% уходит практически, наверное, в оверхил. Так и он уходит в оверхил. Да нет, он уходит, он хилит же, когда меньше 50% у танка становится, либо у кого-то, либо... Там в оверхил ничего не уходит с колодца. Когда ты с полным хп его проюзаешь, то он в оверхил идет, а автоматом он по факту... что 60% ушел в оверхил. Выясните, пожалуйста. Ну это ты нажал, наверное, его? Ну да. Библ здесь? Да, сейчас. Спасибо. Пианист, можно меня к Ханту? Или Ханта ко мне? Обойдешься. Я один милик без Ханта. Ты только встал, блин, а только Матуза отошел. По готовности пуля. Получил еще. Зачем Еру? Че кто-то на Еру где надо? Учишь ли? Новая тактика? Мельки пизды просто хотят. Сносим спору в одну точку, что как в обычке теперь. Я просто мельки вижу, что носит. Все мельки выбирают для зоны. Хила, вынесите скорость.
получил. Нормально? Я скоро в одну точку выйду. Я обязательно ебеня где-то. Дрожали. Ты не заберешь? Часто зачем он носит? Оставил столько газа, я его даже чувствую. Чё, Маш, ресните, нет? Спасибо. Если ты на луч. Осколки мои? Да. Всем привет. Привет. Здорово. Заходи. Да, сейчас зайду. Че, вы в целка или в заску пошли? Целкасный. Целка? Типа, проще. Ну да, донести целка. Закончить инс. Добегайте. Кровь никому не нужна. Я на боссе тыкар. Контов просить. Дайте лапу. Какой-то прикол у меня профессора Мерзоцида показывает. То, что мы убили рекаунт. Кому что надо, говорите, кислон. Кровь, я так понимаю, никому, да? Кислый пояс наколдуй. Я думаю, что он сошел. Это опять пиздец, блядь. Ему кто-то шепнул. На Новый год может. Ну, вообще, шмот колдует Полина. Нет, она не умеет. Я не могу ничего сделать. Все готовы. Че так много РТТшников? Ну что эти все туда? Все, вы стоите все под боссом. Очень
Адмирал, ты там что, не хилишь, что ли? В смысле? Я в отрыве в два раза от второго хила. Я просто смотрю, у тебя ману фуловую. Речка, грипник себе маленького связня из РД. Да ладно, уже добили пусть. Чего же делать? Леш, ты подписал вчера воронки, да? Да. Провоковато. Угу. Все, погнали сразу. Чего парад? Я на сам долетишь? Да я в целка уже. Сразу на принцов. На принцов? Да. Ну я подумал просто на Синдру. На фласки? Ну смотри, Синдра, Про, Лич, Джайн. Ну фласки, я понял. Мы так давно уже, по-моему, ходим. Да это что, вентили никто не нажал, что ли? Коника отработает. И комнату открою. Я и добегу еще быстрее. Ханта нет. Что ханта? Блять, у меня кровь высосилась, я не могу ее не помочь. Выкинь. Так, все, добежали. Кто там? Давайте. Надо получить сарус. Как выкинуть? Выкинуть никак, просто босит. Миша, нельзя пригласить противника. Так, погнали, контролер. Ну-ка, Долорес, кстати, покажи пауку. Поставит кто? Новый шаман. Не релог. Сейчас. Релогайся. Что за бред? Сейчас тебя ошибем. А вы где?
плюса. Блять, я плохо прибежал. Может, ты релогаешься? Может кто-нибудь объяснить, почему некоторые способности можно спиной кидать, а некоторые только ты должен увидеть противника? Хилки можно спиной кидать. Нет, например. Хилки можно кидать спиной. Смотри, у меня, например, лунный огонь, я могу только смотреть, смотря на противника кидать, а мух могу, ну, спиной. Типа, чем потому они руководствуются? Лунный огонь — это не дотка, она носит начально. А я дотки не могу спиной кидать. Кстати, да, Фарад, окей, убедил. Молодец. Почему я не могу дотки кидать? А у тебя прежнее. Ден тоже правосудие может кидать. У тебя потому что Амершок тоже урон изначально наносит. И потом уже как дота идет. Угу. То есть, типа, ну да. Ладно, Фарада убедил. Чуть менее бесполезно. На следующий вопрос застой. Ну что, я тебе БР буду за что такое делать. Могу спиной, а когда исповедь кого-то кастуешь, то... перс заворачивается. Он сам поворачивается. Он сам так. Автоматом поворачивается лицом. Че, релогнуться тебе надо еще? Нет, я релогнусь. Я знаю ответ на этот вопрос. Забегай тогда. Просто тут немножко... Тухого шмотка как нужен. Если надо, скажешь. Сейчас. А, просто... Кто падал, рыбу поставил, все тихо. Кисы, добегай. Там указки. Ну, где слева я... А парады не думали, что одолели нас. Паника на полной... Непобедимые воины короля Лича. А вы что, пульнули что ли? По странно, Гена. Ты еще ходишь где-то. Да я пока свои ноги в совиной передвину. Наверхи отбивайте. Я подвис. Справа поднимите, сэр. Особенная только побить. Прольется кровь. Келя. Моя чаша полна. Сендрик, иначе. Прольется кровь. Видела мир, какой мол был? Угу. Не, не посмотрел. Я был далеко до кинетики, которая входа. Отлетел, что ли? Отлетел, да, и она стала близко. У сцены справа. Убивать. Как убьете, скажете, я перезайду. А не, отвез.
Артемиен! Хватит носить мне сферы. Знаете, как бы возле сердце. Да, уже босс умер. Что, сразу по... Здесь потом пойдем, да? Ну, вообще в планах, да? Нет. Платили по свободу. Единственный нюанс, что с 9 до 9.30 придется пройти третий человек. Тут без продуктов не подходит. Все потому, что он без меня хоть. Мне нужна цель. Орел вот серым по себе белых цифр, да? У шамана простая нет. Нет ЕПГП, что ли, или что? Просто там смотрю в спек или вместе на все шмотки. То, что на инх был, я тебе отдал, то, что никто не делал. Сейчас смотрю на хила, вот это же самое. Из этих трех что-нибудь надо кому-нибудь? Брюки ролл. Мейн спек. Нет, ну это френдзиков спек, да? Обнови каску. Спасибо. Все, поехали. Это было неразумное решение.
Ну, я не удивлю. Мое уважение. Как всегда, как кусаны бесполезную сову. Так, я сейчас гимн петь буду, у меня мана кончилась. Камера, далеко не уходи. Ладно, прожми. Ну серьезно, даже не цифер не прожат баблы. Прям ровно под бурст кину. Раньше, да, снимал. Гера, КД вроде. КД. КД 40 секунд еще. Ладно, без Геры. Всего лишь 15. За куточку. Адмирал, где здесь это? Где антиферм? Был на себе в первый раз. Я его давал масс диспелы. А это что? Что? А я не помню. Что с эфирами было? Нормально, блин, че там, чем ты там занимаешься, что лужу вы... Гена прям в лужу забежал? Нет, я прошел мимо лужи и просто умер. Неплохо. Там лужа была вся в одном. Ну нет, я понял то, что как бы вся лужа была в одной, да? И то, ну не украем больше. Я только, я такой, знаешь, прям вот мимо лужи такой пробегаю и просто умираю. Как будто бы в киллзону зашел. Там же укос увеличит урон от темной магии. Да там за секунду буквально. Ну да, шипочки. Шипочки себе почему убивают? Чего? Какой? Че урон от темной магии? Ты че говоришь? ШВД, когда шипы кидают, умирают. Он умирает, потому что ШВД урон наносит в ответ по ШП, а у тебя урон увеличен. Ну народ, че какая пух. Как бесит эти текстуры, пиздец.
Рейни, чё мерч? Пианист. Что? Там, где ролл написано, после приора, это ролл, да? Да. Там деретесь, что ли? Ну да, трэш чистим уже. Стоять же. Смотри, сейчас логи получают свою смерть. Мне эти тени забрили за 58 сотых секунды. Сколько нанесло? Ну так, фу, говорю, я как будто бы в киллзону зашел. Ну я даже дернуться не успел. 58 сотых, типа. Гена такой бежит и кусать. Лав подспоткнулся, блядь. Подскользнулся. Я даже заснял, типа, этот момент. Ну, это, блин, очень угарно. А ты видел, да, Моза? Ты вроде в мою сторону бежал и споткнулся. Да, вот я мимо это... лучше проходил, мне 8 кусков сбри. Ну, типа, я без дебафа от куска. Причем я типа не по ней прошел, просто не знаю, с метра два, наверное. Ну такой, я тебе потом покажу меры. После пойдем в ХС, блядь, типа, я включу. Просто там рядышком пробегаю и просто умер. Надо тогда какую-нибудь веселую музычку подставить. Ну да. Знаешь, я вот напишу этих фрагментов, там, как я умираю глупых фрагментов в группу, на музычку наложу, в группу выложу. Ну, типа, лучший гол года, да? Из деревни дураков, да, вот эта музычка? Я поставлю себе на обои. На звонок Гены поставлю. И грибу отправлю. Да, грибу нужно отправить. Он будет смотреть и кайфовать просто перед сном. Вместо порнухи. Я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Хер спекайся. Продиспельте бабл. Какой-то тормознутый ПЦ у нас. Как обычно. Этот, я слева, ты справа. Три шамана по порталам. Даю проект. Есть.